13-й гимназии Магадана идет строительство спортивной площадки. На ней специалисты разместят баскетбольную и волейбольную зоны. Здесь же ученики будут сдавать нормы ГТО. Объектом занимается компания «Мастер Файбер Колыма». Установку спортивной площадки начали около 5 дней назад. Ежедневно на объекте задействовано от 5 до 7 человек. По словам мастера, бригада работает практически без выходных. Все идет у нас как бы по плану. Объект планируем сдать вовремя. Качество гарантировано. То есть сейчас проводятся работы по установке ограждения для того, чтобы мяч не улетал за пределы баскетбольной, волейбольной площадки. То есть в дальнейшем планируем укладку продолжать резинового покрытия на этой площадке. Ну и, собственно, будем заканчивать объект. Устанавливать спортивную зону в 13-й гимназии строители планируют около 5 дней. По словам специалистов, это уже третий объект за этот год. Компания ООО «Мастер Файбер Колыма» работает по Магадану и в области. В этом году специалисты планируют завершить еще около 4 объектов.